Привет, Петюня. Ну что сидишь, прохлаждаешься, а? И откуда у тебя, Петюня, такой изумительный сахар? Нам вроде такого не отоваривали, а? Да. А ну быстро, колись, откуда взял сахар? Ну, Джо пристал. Сестра жены из Коканда прислала. А-а-а. Приставучий ты, Жиглов. Да не приставучий, а справедливый. Посмотри-ка, не всем же так везет. И главный выигрыш тебе, так? И заловка в Коканде тоже у него. А у нас с тобой, Шарап, родственников всего. Кум, свадьба, зацеп и хват. И выигрываем мы с тобой только в домино. Так что со всех рудов праведных даже чай не напьешься. Вывод. Будь человеком, не жадись, и нам маленько сахарку отсыпь. Ну, сыпь, сыпь, не тряси руками, больше просыплешь. Ну, все. Но это уже хамство, Жиглов. Насчет хлеба мы не договаривались. А мы насчет сахара тоже не договаривались. Пока, Петюнь.